делать, это такая своеобразная структура данных, в которой элементы хранятся в таком порядке. То есть вот у вас есть какой-то элемент на вершине. Это корень дерева. Дальше у вас есть какие-то потомки. Их может быть один, два, может быть много и так далее. У этих потомков могут быть свои потомки. И так далее. Вот. Такая структура будет являться деревом. Вот. Если у дерева не больше двух, если у каждой вершинки в дереве не больше двух потомков, это двоичное дерево. С этим понятно, да? Вот. Это нам понадобится для понимания кучи. Что же такое куча? Куча — это двоичное дерево, у которого есть три свойства. Первое свойство — то, что в этих вершинках значения, которые хранятся, например, тут будет 5, здесь будет 7, 8 и так далее. Первое свойство говорит о том, что в каждой вершинке значение не больше, чем в его потомках. То есть, если, например, мы напишем здесь 5, 8, 7, здесь, например, будет 3, это уже не будет являться кучей, потому что свойство нарушается. Если же мы сделаем вот так вот, тогда первое свойство кучи сохраняется. Вот, это было первое свойство. Второе свойство — глубина всех листьев отличается не больше, чем на единицу. Что является глубиной? Глубиной вершинки является его кратчайший путь от него самого до корня. Понятно, тогда корень находится на глубине 0, потому что кратчайший путь до него самого — это, ну, он сам же. Никуда идти не надо. Эти вершинки находятся на глубине 1, эта вершинка находится на глубине 2. А листьями у нас называются вершинки, которые не имеют потомков. То есть вот как мы здесь видим, у этого листа глубина 1, у этого листа глубина 2. Свойство не нарушается. И третье — это то, что последний слой всегда заполняется слева направо, без пробелов. То есть, если мы сейчас будем добавлять новые вершинки, мы сначала подвесим вершинку сюда, какое-нибудь число здесь. Потом сюда. Все, слой закончился, дальше можно подвешивать только сюда. Сначала сюда, потом сюда и так далее. Вот. То есть куча — это вот такое двоичное дерево, которое обладает тремя названными свойствами. Вот. Ну, по факту, то, что сейчас нарисовано, это вот пример кучи, состоящей из четырех элементов. Вот. Можем добавить еще элементы. Например, 10, 13 и так далее. В данном случае у нас на вершинке будет всегда находиться минимум, пониже будут элементы, которые больше этого минимума и так далее. Вот. Естественно, мы можем первое свойство развернуть. Мы можем сделать так, чтобы на вершинке был максимум. От этого куча не поменяется. Ну, то есть, по факту, будет только наоборот, наверху будет наибольшее число, а внизу число будет просто убывать. Вот. Заметим, что кучу удобно хранить в массиве. Как раз удобно хранить в массиве из-за того, что элементы идут последовательно. Тогда вот, у нас будет нулевой элемент будет 3, потом 5, потом 7, 8, 10 и 13. Вот, давайте пронумеруем ячейки. Нулевая, первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Заметим, что вот если вершинка 3, у нее были потомки 5 и 7. Здесь они имеют позиции в массиве первую и вторую. Первую позицию, вторую позицию. У пятерки потомки 8 и 10. Здесь они находятся на 3 и 4. Заметим, что левый потомок имеет всегда номер позиции умноженный на 2 плюс 1. А второй потомок, правый, имеет номер позиции умноженный на 2 плюс 2. Можете проверить для всех элементов. Для нуля это правда. 0 умножить на 2 плюс 1 плюс 2, вот, первый и второй. У семерки будет потомок 13. Это 2 умножить на 2 это 4, плюс 1 это 5. Второго потомка нету. Вот. То есть понятно, что у нас, если элемент под номером i, то его потомки будут 2i плюс 1 и 2i плюс 2.
Круто. Давайте теперь посмотрим наоборот. Нам теперь охота узнать, кто же у нас предок. Мы знаем, что мы находимся в позиции 3. Тогда наш предок должен получиться число 1. Вот. Для 4 то же самое, должен получиться ответ 1. Здесь формула другая. То есть если мы имеем номер i, то наш предок это будет i умножить 1. Ой, и минус 1 дата, уделенный на 2. С этим понятно, да? Давайте теперь попробуем то, что вот мы сейчас только что разобрали на теории, реализовать с помощью классов. По-английски структура данных обычно называется heap, давайте так же, поэтому и также не зайдем. Конструктор пишем без всяких аргументов. Вот, здесь нам понадобится какой-нибудь контейнер, который будет хранить все значения. Ну, для этого достаточно обычного массива. Self.values. Он изначально будет пустым просто. И давайте еще будем поддерживать размер кучи, чтобы каждый раз не считать len от self.values. Вот. Это инициализация. Так. Дальше, давайте теперь будем добавлять элементы в кучу. Для этого нам понадобится функция, которая позволяет это сделать. Вот. Вот, пусть у нас есть эта куча. Как мы будем делать операцию добавления элемента? Давайте мы хотим добавить в нее элемент 6. Происходит это обычно следующим образом. То есть понятно, что мы не можем просто так пробегаться по всему массиву и искать вот то самое место, куда нужно вставить 6. И это неправильно. Вот, давайте мы сделаем следующим образом. Мы подвесим ее в конец. Окей, круто. Мы добавили новый элемент. Но теперь у нас нарушено первое свойство. В принципе, оно могло не нарушиться, если бы здесь было, например, число 8, которое больше 7. Но в данном случае 6, оно меньше 7, поэтому 8 нарушается. Тогда что мы сделаем? Давайте мы просто возьмем и это число 6 с 7 поменяем местами. Вот. Становится понятно, что 6 будет меньше 13, потому что 7 было меньше 13. Но, по крайней мере, оно было его не больше. Вот, то, значит, это число тоже не больше 13. Окей. Дальше, возможно, мы еще можем подняться выше. Стоит это проверить. Мы смотрим. Здесь тройка. Тройка меньше, чем 6. Окей, мы остаемся здесь. Все. Мы восстановили свойство кучи. То есть теперь вот эта структура данных опять стала кучей. То есть здесь это будет выглядеть следующим образом. Вот. И теперь нам вот вызовем ту функцию, которая как раз-таки будет поднимать наш элемент повыше. Эту функцию мы сейчас напишем. Вот. Здесь подразумевается, что еще раз? Мы добавили элемент в конец кучи.
сразу увеличили размер кучи на 1. И дальше мы вызываем функцию, которая будет пропихивать элемент наверх, ну точнее просеивать его наверх, от номера элемента в массиве. Ну понятно, что это будет size минус 1, как мы size уже увеличили. Пока у нас текущий номер, текущая позиция не равна нулю. То есть как только мы подняли эти вершинки, дальше нам нет смысла смотреть никуда выше. Пока мы не добавили две вершинки, и пока наш предок больше, чем мы их меняем местами просто. По факту это, на этом как бы функция и заканчивается. Вот это вот. То есть все же понимают, да, что происходит здесь. А что происходит, когда я прописал values и это присваивание? Вот здесь мы обращаемся к этой позиции. То есть мы помним, что values это у нас просто элементы кучи, записанные в виде массива. Вот как там на центральной доске. Вот, то есть мы обращаемся, мы сейчас. Вот здесь, в четырех этих точках, мы по факту меняем вот, например, два этих элемента. То есть вот это ит, это именно с 1 пополам. Я понял, мы просто разнесли 4 строки. Да. Потому что пол доски немного недостаточно для моего почерка. Вот. Окей. Мы научились теперь добавлять элементы в кучу. Круто. Теперь давайте мы научимся из кучи доставать элементы. Понятно, что элемент, который мы можем достать, по-хорошему это минимум. Ну то есть как, куча нам всегда может сказать сразу, что является минимумом в ней, потому что он находится на вершинке. Вот. И обычно поэтому куча поддерживает операцию извлечь минимум. Ну или извлечь максимум, если вы строите кучу по максимуму. Я думаю, я могу этот кусок стереть, да? Нет? Ну ладно, это тоже скажу. То есть эта функция сейчас должна сделать что? Она должна взять этот минимум, вернуть его нам как результат, а при этом из кучи его мы должны удалить. Давайте в какой-нибудь переменную tmp запишем сейчас значение минимума в куче. Так, окей. Дальше нужно понять, как удалять вообще элементы с кучи. Вот. Вот мы эту тройку забираем. По-хорошему, если мы ее просто удалим, то у нас теперь все разваливается. Поэтому давайте мы поступим следующим образом.
мы вместо этой тройки поставим самый последний элемент. Вот. И дальше мы скажем, что размер кучи уменьшился на 1. Окей. У нас второе и третье свойство кучи сохраняются. Нарушено опять первое свойство. Поэтому мы что сделаем? Мы должны эту семерку, которая пришла к нам снизу, пропихнуть опять вниз. Туда, ну, то есть максимально низко, пока свойство кучи нарушается. В данном случае что мы делаем? Мы смотрим, вот у меня есть потомок слева, потомок справа. И мы давайте возьмем потомка, который наименьший, в данном случае пятерка, и поменяем семеркой. Понятно, что здесь свойства кучи сохраняются, потому что шестерка просто меньше пятерки была, поэтому мы взяли пятерку. Вот, а сам себе этот кусок был корректной кучей. То есть все нормально. Теперь смотрим на вот эту часть. Сюда пришла семерка. У нее потомки 8 и 10. Ну, значит, все хорошо. То есть все, что ниже, само по себе, вот это является кучей, и вот это является кучей. Вот, а семерка, которая пришла сюда, она не нарушает свойство кучи, потому что она больше, чем любой из этих чисел. Поэтому окей, мы на этом и остановимся. Напомню, что минус 1 — это обращение к последнему элементу уже в списке, в питоне. Метод pop по умолчанию извлекает последний элемент из списка, удаляет его. То есть все окей, хорошо, мы уменьшили размер кучи на 1. Вот. Теперь давайте напишем ту функцию, которая будет пропихивать наш элемент вниз. То есть cell.setdown. От нулевой позиции. Во-первых, мы это будем делать до тех пор, пока у нас есть хотя бы один потомок. Дальше мы здесь сейчас введем переменную, в которой мы будем хранить позицию потомка, с которой мы будем меняться. Изначально мы запоминаем самого себя. Так. Я переезжаю на свой доску. Естественно, вот этот if и так далее, это все еще находится внутри цикла while. Можно покрупнее, пожалуйста? Хорошо. Печатать можно. Нажимать на нее. Достаточно крупно? Достаточно видно? Отлично. Я
вопрос. А в строке они сохраняют свойства возрастания, если мы смотрим по определенному уровню? На самом деле нет. Смотри, вот если ты сейчас выпишешь вот эту кучу просто строку, сейчас сначала, да, сейчас будет пятерка, потом вроде кажется, да, элемент будет больше, но сами все эти элементы, они идут в обратном порядке. То есть у нас вот это дерево относительно этого дерева не отсортировано совсем никак. Мы просто знаем, что наш предок меньше нас. Это все, что мы знаем. И также мы знаем, что наши потомки не больше нас. Максим, можно вопрос, почему мы берем 2 и плюс 1? Потому что если ты запишешь еще раз эту кучу массив и посмотришь на позиции элементов, то у тебя потомки всегда будут находиться в позициях 2 и плюс 1 и 2 и плюс 2, а предок будет находиться в позиции и минус 1 пополам. Нет, а почему мы берем именно плюс 1, а не плюс 2? Здесь почему? Мы сейчас рассматриваем и плюс 2 тоже. Мы здесь по очереди рассматриваем. Мы пытаемся понять, что является минимумом. Мы сами левый потомок или правый потомок? Так. Но в первом случае, перед тем, как проверять, что кто из нас минимум, сначала надо проверить, есть ли у нас еще этот правый потомок, потому что его может еще и не быть. Здесь мы сравниваем уже с житым элементом. Потому что у нас жип предполагается, что находится минимум. Вот. Мы нашли минимум. Теперь что? Если у нас жи не изменился, то есть он как был и так и остался им же. Размер массива. А как мы знаем, что у нас нумерация находится, начинается с нуля. Поэтому у тебя, если размер массива 5, то у тебя нумерация от 0 до 4. Так, если у нас минимум не изменился, то есть по факту наши потомки не меньше нас, тогда мы говорим, что все, брейки, нам дальше нет смысла смотреть вниз. Иначе мы просто даже без else. Вот, и это вся функция sinkdown. Понятно, да, все? Видимо, умолчание — знак согласия. То есть, по факту, это такой весь основной интерфейс, который нам предоставляет куча. Мы можем добавлять в нее элементы, мы можем достать минимум из кучи. Ну, естественно, мы всегда можем также просто посмотреть, не доставая минимум, просто заглянуть в self от values от нуля. Ну, если там, конечно, что-нибудь есть. Вот. А, так.
Да, здесь еще забыл, здесь еще вот этот ТМП надо вернуть было. Так, ответ. Да, еще по-хорошему все-таки стоит проверить перед тем, как мы что-то достаем, что у нас здесь что-то есть. Поэтому стоит написать, что если... Замкой мы вернем просто на. То есть здесь, если у нас куча пустая, если self-size равен нулю, ну или просто not self-size, тогда мы просто возвращаем ничего. Минимума никого нет. Это вот сюда. Поэтому всему вопросов нет. Ну вот это сколько я могу стереть, да? Давайте теперь оценим, сколько сами по себе работают наши функции. Нас будут интересовать именно extract min и extract all. Sift up и sift down. Смотрите, начнем с этого. Здесь по факту мы просто хотим узнать, какой у нас минимум на массиве. Очевидно, что эта операция работает за вот единицу, потому что мы просто можем посмотреть в нулевой элемент кучи. Вот. Операция sift-down. Вот мы начинаем всегда, по-обычному начинаем пропихивать элемент отсюда. Ну, сверху, если мы делаем extract min, ну или extract max. То есть у нас элемент с конца поднимается наверх, и дальше мы его пропихиваем. В худшем случае он пройдет по всему дереву, до самого низа. Вот. Высота такого дерева будет примерно логарифм от n. Логарифм по основанию 2. Вот. Это в обычном дереве действительно высота будет такая. Потому что у нас потомки, сначала как бы потомок 1, сначала одна вершина, потом 2, потом максимум 4 и так далее. То есть и понятно, чтобы уместить эту вершину, достаточно дерева глубины логарифм n. Там округление идет, по-моему, вниз. Да. Вот. Да, понятно, что в худшем случае операция sift-down работает от log n. Аналогично будет с операцией sift-up. Когда мы добавили элемент, возможно, он будет наименьшим в куче. Тогда он пройдет тоже в глубину дерева от начала до конца, то есть до самого корня. Вот. Сама по себе куча занимает памяти у от n. Ну, потому что это просто массив, который хранит n элементов. Хорошему. Вот. Ну то есть отсюда и понятно становится, что сама по себе операция достать минимум. Работает тоже за O от log n, потому что она напрямую зависит от операции sift-down. Ну и операции insert, которая напрямую зависит от операции sift-up. Тоже будет работать за log n. Вот. Такая довольно-таки удобная штука. И памяти живет не так уж много, и работает относительно быстро. Так, я могу стирать? Правый мой, да?
Теперь мы рассмотрим такой алгоритм, как сортировка кучей. Или же еще ее называют фиксор. Сначала идейно. Вот пусть у нас есть массив чисел. Вот. Нам нужно этот массив отсортировать. Давайте для этого мы воспользуемся кучей. То есть вот у нас сейчас есть массив, и есть пока пустая куча, которая будет у меня здесь. Давайте мы поступим следующим образом. Мы будем брать отсюда элементы по одному и добавлять их в кучу. Например, берем сначала 46. Ну, он на один элемент, в принципе, нам ничего делать не надо особо, просто запихнули наверх кучу. Берем элемент 15. Подвешиваем его сюда. У нас свойство кучи нарушилось. Поэтому давайте их поменяем местами. Дальше идет тройка. Свойство кучи опять нарушилось. Меняем местами. Круто. Берем четверку. Свойство куча опять нарушено. Меняем 46. Дальше смотрим. Тройка меньше. Окей, все хорошо, ничего менять не надо. 21. Все хорошо, ничего не нарушено. Идем дальше. 79, ну 61, все хорошо будет. Вот, мы массив превратили в кучу. Что дальше? Теперь давайте мы будем идти в обратном порядке. Будем извлекать каждый раз из кучи минимум. И записывать в новый массив. Так, забираем отсюда тройку. 61 уходит наверх. Пропихиваем ее вниз, получается, что у нас в итоге получится 79 нарушает свойство кучи, поэтому меняем его с 15 местами. Окей, берем следующее число, 15. Сюда пишем 51, но оно нарушает свойство кучи, поэтому мы здесь... Дальше будет 21, 61 поднимается, меняется 46, получается следующее. Дальше 46, 79 поднимается, меняется местами 61, потом 61 забираем, значит 79. Все. Все, куча снова пустая, и в итоге у нас на выходе получается отсортированный массив. Вот. То есть отсортировка кучи работает следующим образом. Мы берем неотсортированный массив, преобразуем его в кучу,
И потом мы кучу преобразуем уже в сортированный массив путем извлечения минимума каждый раз. Для этого давайте напишем две функции. Первая функция будет преобразовывать массив в кучу. Принимает на вход только массив. Дальше я просто прохожусь по всем элементам в массиве и по одному их добавляю в кучу просто. Вот, на выходе, в результате я просто получу кучу, состоящую из всех элементов массива, и я просто возвращаю ее. Которая обратно из кучи получает массив, только уже отсортированный. Наверное, не здесь. Так. То есть создаем изначально пустой массив, и дальше, пока у нас куча не пустая, будем извлекать минимум. Вот эти две функции вот как раз таки выполняют HeapSort по факту. Давайте теперь оценим, сколько это работает по времени. Вот здесь у нас этот цикл вызывается n раз. Insert будет работать, сначала он будет работать очень быстро, когда у нас куча маленькая, потом он будет работать по факту дольше, дольше и дольше. В итоге у него будет приличное количество вызовов со временем работы близко от логарифма n. Тогда суммарное время работы алгоритма Heapify будет работать за O от n log n. Здесь все будет много в обратном порядке. У нас, ну так, естественно, эта штука будет вызываться n раз, потому что n элементов куча. А дальше наша функция extractMin, она будет сначала работать относительно долго, ну то есть время будет логарифм n, потом просто близко к логарифму, и только уже в конце будет близко к единице. Но суммарно общее время работы будет тоже близко к O от n log n. То есть сам по себе алгоритм сортировки, он также является алгоритмическим, как, например, сортировка слиянием или быстрая сортировка, которую вам рассказывали в том семестре. Вот. Вот в этом вся прелесть алгоритма сортировки кучей.
То, что прелесть в том, что у него нет худшего случая, когда он работает за квадрат, например, в отличие от быстрой сортировки. Вот, а теперь небольшой хитрый трюк о том, как сделать функцию Heapify не за n log n, а за n. Так, я это могу стереть, да? Да. Отлично. Куча, неважно, какие элементы там записаны, мы знаем, что это куча. Вот, да, у нее в данном случае 9 элементов. Давайте посмотрим, сколько у этой кучи элементов будет иметь хотя бы одного потомка. Ну, в данном случае это 4 элемента. Если вы возьмете. Уменьшите, возьмем кучу на 1, 8, тоже будет 4. Если 7, то уже будет 3 вершины, которые имеют хотя бы одного потомка. То есть в куче количество элементов, которые имеют хотя бы одного потомка, это будет n пополам с округлением вниз. Вот. Вот это нам важно будет знать. Сейчас нужно будет дальше. Поэтому я предлагаю сначала сейчас Heapify переписать немного по-другому. Давайте назовем ее Heapify Fast. Вот. Так. Также создаем кучу. Дальше мы просто копируем массив values. Просто наглую скопировали массив. При этом у нас будет сейчас не куча по факту, потому что свойства нарушаются, по крайней мере, первый это точно. Вот, а дальше. А, да, ну еще size. Дальше я предлагаю сделать следующую вещь. Давайте, вот мы для такого количества вершин, в данном случае для 4 вершин, будем вызывать функцию sifdown. Причем идти от конца. Ну, то есть смотрите, вот у нас есть сейчас дерево. То есть мы уже элементы расположили именно таким образом, но они могут быть просто в неправильном порядке. Я, в принципе, сейчас возьму тот же пример, который был. Сейчас n будет 7, поэтому мы сейчас запустим просто 3 раза функцию sifdown, причем идти мы будем в таком порядке. Сначала для этой вершинки, потом для этой, потом для этой. Для этой вершинки sifdown ничего не сделает. Для этой вершинки sifdown он просто поменяет их местами. Вот, для этой вершинки sifdown наверх закинет тройку, 146, и все хорошо. Вот. И по факту кажется, что ничего не поменялось. Ну, на вид, может показаться именно так. На самом деле, скорость работы такой штуки
вот скорость работы такого алгоритма уже будет у от n. Сейчас мы докажем, что это действительно будет так. Во-первых, мы уяснили, что у нас количество элементов, которые имеют хотя бы одного потомка, будет n пополам. Округление вниз. Значит, n пополам элементов, которые округлены вверх, вообще не имеют потомка. Вот. Если мы возьмем... Точнее, не так. Давайте мы скажем так, что у нас количество элементов, которые n пополам, округлённое вверх, находится на высоте 0. Высотой мы будем смотреть как самый длинный путь, самый длинный нисходящий путь от текущей выжимки к листьям. Понятно, что для самих листьев высота будет 0, потому что самый длинный нисходящий путь, ну то есть который вообще не поднимается наверх никогда, это просто остаться самому же себе. Для этой вершинки это будет путь 1. Если бы, например, здесь была бы еще какая-нибудь вершинка, что-нибудь тут было бы. Для четверки было бы высота 2, потому что есть. Потому что самый нижний лист находится здесь. Вот. То есть у нас такое количество вершинок, которые на высоте 0. Количество вершинок, которые будут находиться на высоте 1, будет в 2 раза меньше еще. По-моему, тоже округление вверх. И так далее. Вот, то есть у нас количество вершинок при подъеме по высоте будет уменьшаться каждый раз, два раза и так далее, пока мы не достигнем значения 1, ну то есть корня дерева. Вот. Да, давайте мы запишем такую сумму. Через h большой обозначим глубину дерева. Что здесь написано? Смотрите, вот здесь как раз будет количество вершин на каждой глубине. У от h это по факту сколько будет работать операции sit-down, если мы вызываем ее для произвольного элемента. То есть не с вершинки дерева, а просто из любого места. Ну, то есть понятно, что она будет работать в худшем случае за высоту, на которой находится вершина. Вот. То есть по факту мы можем это переписать следующим образом. Здесь мы по факту ограничили немного, вот эту функцию ограничили сверху, поэтому мы здесь убрали плюс 1. Максим, почему же так? А что вот это означает, что не зеленые назвать? Еще раз. Ну вот это то, что вот с округлением n зеленые назвать, я не плюс 1. Это n, а здесь h. А, ладно, h, хорошо. Это количество элементов, которые находятся на высоте. На высоте h плюс 1. Да, то есть я же говорю, что сначала у нас в самом низу всегда будет элементов n пополам, потом n длит на 4, потом n длит на 8 и так далее, пока у тебя не получится один элемент. И округление, если что, здесь вверх именно, а не вниз. Вот. Давайте оценим, чему будет равняться в самом себе эта функция, эта сумма. Все знаете формулу бесконечной геометрической прогрессии, убывающей именно. Вот. Давайте мы возьмем ее просто продифференцируем сначала и потом домножим на x. Если мы поставим сюда значение 1/2,
то значение суммы будет равно 2. По факту мы вот эту сумму можем заменить на сумму, которая больше нее, потому что здесь она ограничена, здесь она бесконечная. Вот, а в нотации у большого мы можем констант убрать и оставить просто у от n. Действительно, вот эта функция работает за линию, а не за логарифм. Не за n log n. Вот, это, в принципе, полезно использовать, когда у вас, как в данном случае, у вас есть уже массив данных, вот, и вы хотите, например, сэкономить на том, чтобы быстро преобразовать его в кучу. Вот. Но если у вас, например, данные поступают в перемешку с запросами на извлечение элементов, таким трюком уже воспользоваться не получится. Вот. А так, в принципе, такой довольно-таки хитрый трюк для того, чтобы строить кучу чуть-чуть быстрее, чем такой наивный способ просто добавлять элементы по одному. Так, у вас есть вопросы по всему этому? А у меня по факту закончилось то, что я хотел сказать. Я сказал это быстрее, чем я планировал. Единственное, что стоит упомянуть, в принципе, народ. В принципе, в Питоне можно кучу написать самому. Мы можем воспользоваться модулем, который, в принципе, предоставляет весь интерфейс своего ключа. Вот этот модуль позволяет вам создавать объекты кучи, ну и по факту и работать с ней, вот как мы сегодня описали. Вот. Построение внутри него реализовано тоже за линию, насколько я знаю. Ознакомиться с ним можно, в принципе, самому, там не особо сложно. Но всегда важно уметь писать эти же самые структуры данных и самому, как бы, чтобы понимать, как они работают. Вот. Давайте я жду вопросов, потому что у меня действительно материал закончился. Хорошо. Можно приближаться по предыдущим темам, я могу сказать. Можно вот, короче, поэтрить? Вот третье свойство, я не слышу, на самом деле, вначале Третье свойство — то, что у нас куча заполняется, именно последний слой всегда заполняется слева направо. То есть мы не пропускаем ничего. То есть если ты подвешиваешь элемент сюда, то ты не можешь подвесить сюда, пока ты не подвешиваешь ничего сюда. Это нам как раз позволяет использовать то, что у нас, мы тоже знаем, точно знаем, есть у нас потом или нет. Просто вращаясь в массиве 2i плюс 1 и 2i плюс 2. Просто если ты подвесишь вот так, когда ты будешь для него считать 2i плюс 2, это будет потомок вот этого элемента. Если ты подвесишь дыркой здесь. Вот. Поэтому вот это свойство говорит о том, что у тебя дырок не будет, у тебя все заполнится последовательно. И то есть ты можешь кучу хранить спокойно линейно в массиве, а не через там, класс с указателями. Вот. Просто хранишь это в массиве и к элементам обращаешься по индексам. Умножая там или деля на 2. Еще вопросы? Может там по каким-то предыдущим темам объяснить надо что-то? Ну можно? Почему вот shift up и shift down у нас за log n? Смотри, что это? Вот у тебя есть куча, да? Вот, если мы рассматриваем обычно чаще всего кучу случаев, то есть, в принципе, вот когда оцениваем асимптотику, так сказать, трудоемкость алгоритма, это куча случаев работы алгоритма. То есть, если нам нужно будет припихнуть элемент сверху, и он окажется больше, чем любой другой элемент, у нас shift-down отработает за log n, где log n — это высота дерева. Вот, аналогично shift-up. Если нам нужно будет припихнуть наименьший элемент наверх, мы также пройдем от самого низа до самого верха, и это будет время log n. Вот, то есть здесь оцениваются худшие случаи.
Вот, когда я здесь писал UATH, я рассматривал именно запуск функции SaveDown с произвольного места, и поэтому здесь по факту худшее, вот здесь тоже написано худшее время, но это худшее время зависит от того, откуда ты запускался. Но оно будет H малое, которое по факту является текущей высотой элемента. Вот. То есть, в общем случае, это будет UATH текущего элемента. А то, что я писал до этого log n, я писал именно для того, что обычно запускается для самого верха SaveDown и SaveUp для самого низа. Ну, при добавлении мы добавляем в конец, потому что при удалении удаляем сверху. Да, глубина всех листьев отличается не больше, чем на один. То есть у тебя никогда не будет такого. Смотри, у тебя вот здесь глубина 2, здесь глубина 4. У тебя такого никогда не будет. Куча. Ну, и опять же, это, можно сказать, вытекает из третьего свойства, потому что ты заполняешь все слева направо. И пока ты слой не заполнишь, ты не можешь переходить на следующий слой, в принципе. Вот. Еще вопросы? У матросов нет вопросов, да? Идеально. Идеальные студенты. Все, ну тогда, видимо, на сегодня все.